Старейшая жительница Ленинского района, видновчанка Антонина Михайловна Журавлева, празднует свое 90-летие. В гости к юбиляру пришли глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов и начальник Ленинского управления социальной защиты населения Елена Гусева. Общение с гостями постоянно прерывают телефонные звонки. Слишком много людей спешат поздравить Антонину Михайловну с юбилеем. От одного из них Моисей Шамаилов зачитал поздравительное письмо. Подвиг вашего поколения, поколения победителей, будет жить в веках, объединять наш народ во имя больших и созидательных целей. Желаю вам бодрости духа и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. К такому вниманию скромная пенсионерка не привыкла. В годы Великой Отечественной Антонина Михайловна ковала победу в тылу. Большую часть своей трудовой жизни проработала на заводе имени Лихачева в должности инженера по приборостроению. Труженица тыла. Гости вручили подарки от губернатора Московской области и главы Ленинского муниципалитета. Мира, добра и всего самого наилучшего. Валерий Николаевич Венцель. В Видном Антонина Журавлева живет с 1950 года. В свои 90 она ведет активный образ жизни, общается с друзьями и много читает. Страсть к литературе пенсионерка пронесла через всю жизнь. Гостям она с удовольствием декламирует строчки любимого поэта. Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая в хорост воз. Жизненные трудности, выпавшие на долю пенсионерки, не сломили, а закалили ее характер. Юбилей Антонина Михайловна встречает в прекрасном расположении духа и бодром настроении. Коллектив телеканала «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям.